домисолька. Да, мы поем. Да, мы поем. Раньше я занималась танцами, ну и думаю, я бы все равно пошла на вокал, возможно, на какие-то спортивные, возможно, занятия. Ну, возможно, на карате, не знаю. Я очень хочу, чтобы вся моя семья была здоровая, ну, а также стать хочу вокалисткой. Я хочу, чтобы меня многие узнавали, и, ну, всей этой суматохи хочется. Как у знаменитых звезд, возможно, там даже шоу, там телевидение и фанаты, это очень круто. Я хочу побольше заниматься, побольше участвовать в конкурсах, это всегда опыт, даже если там, ну, не первое место. Посмотреть на других людей, на детей других. Ну, да, ты волнуешься, у тебя это риск, и все может произойти, конечно, но это очень круто. Эти эмоции нужно прям посмотреть, прийти. Да, вот я хочу участвовать в конкурсах, и так думаю, чем больше у меня будет опыта, я буду набираться опыта, тем ближе я буду к своей мечте. Мне нравится сам коллектив, мне нравится то, что мы все дружные. Пусть мы не лучшие друзья, но мы все друг друга знаем, и когда мы ездим в поездки, это так круто, когда там ночевки, это очень классно. Мы там... Еда, это, конечно, главное. Мы там можем что-то снимать, там, в YouTube или в TikTok, да, и в Instagram. Я это очень люблю. Ближайший конкурс будет в Одессу. Называется конкурс Number One. Я буду исполнять песню «Пташечка». Она, там хиты 90-х будут. У зеленому саду пташечка и пропела, я тебе пташки с гнездо, есть у ней дети. Як ці пташки с гнездо, есть у ней дети. А у мне у сироты нет никого и на свете.